добрый вечер, уважаемые телезрители. Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Кстати, не кажется ли вам, что наша программа успешно осваивает новый параллельный вид деятельности? Показ высокой моды. Но разве не экстравагантен и вызывающий мой костюм? И чем мы это не подиум, а я не топ-модель? Но, впрочем, не надо отвлекаться от своей основной деятельности. Итак, мы начинаем. Сегодня с нами здесь концерт оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. И, конечно же, главный действующий лица герои нашей сегодняшней программы. Встречайте их, они уже сами. Добро пожаловать. Говорите им, аплодируйте. О, это что-то с чем-то. Прошу вас занимать ваши игровые места, потому что мы начинаем. Начинаем нашу игру. Итак, я благодарю вас, уважаемые игроки, за эту замечательную скульптурную композицию «Девушка с веером» и «Иже с ней». И мне не терпится с вами познакомиться. Участница под номером один – Кислова Татьяна! Веселая и компанейская. Больше всего любит мужа и сына, которого воспитывает в лучших музыкальных традициях. «Угадай мелодию» – ее любимая игра, и для нее большое счастье участвовать в нашей программе. Кислова Татьяна! Участница под номером 2 – Лада Оленникова! Учится в театральной академии, любит статных мужчин, пироги с яблоками и имя Валдис. Обожает веселые компании, всегда поет для друзей. Очень рада, что участвует в нашей программе Лада Оленникова! И участник под номером 3 – Евгений Якухин! Студент Международного института экономики и права, мастер спорта международного класса, чемпион России по саням, веселый и азартный, всегда рад новым знакомствам, любит веселые тусовки, часто попадает в различные и интересные ситуации, очень хочет стать победителем в нашей игре и порадовать всех своих друзей. Евгений Якухин! Ну что же, уважаемые игроки, вот мы с вами и познакомились. У вас прекрасное, веселое, азартное, музыкальное настроение, как, впрочем, я уверен, и у всех телезрителей. И, конечно же, у меня. Я объявляю начало первого тура! Итак, первый тур. Правила, конечно, вам известны. Татьяна, вы участница под номером один. Ближайшая ко мне, ну, вам-то и выбирать. Да. Хотелось бы «Обманную страну». Любовь, «Обманная страна», категория номер один, песня о несчастной любви. Там обязательно все должны поругаться насмерть и больше никогда не вспоминать друг о друге. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? Возможно, первая. Нота, возможно, первая. 25, возможно, рублей за правильный ответ в этой ноте. А рубль в нашей сегодняшней программе будет равняться швейцарскому франку. И напоминаю вам, уважаемые игроки, что за одной из этих 16 нот кроется маленький приз от программы «Угадай мелодию». Аудиоплеер, просто выберите эту ноту, угадайте мелодию, и он ваш. Итак, «Хао, я все сказал». Любовь, «Обманная страна», нота номер один. Слушаем. И у Татьяны готов ответ, да. Когда меня ты позовешь. Первый абсолютно верный ответ в программе. Первая мелодия, первый ответ, значит, игра пойдет. Это, поверьте мне, хорошая примета. Татьяна, отлично, куда дальше? Мультипульти, вторая. Мультипульти, категория номер два, означает песни или мелодии из отечественных мультипликационных фильмов. Нота? Вторая. Нота номер два. Я чувствую, что вы хотите опускаться по диагонали. Ваше право. Слушаем музыку. И тут же у Евгения готов ответ. Это «Кот Леопольд». «Кот Леопольд», ну, допустим, «Кот Леопольд», естественно, да. Про рыбалку и там про рыбку. Итак, поскольку это категория мультипульта, достаточно знать мультфильм. Да, действительно, это песня из мультфильма. Песенка «Кота Леопольда» из мультфильма «Кот Леопольд» и «Золотая рыбка». Абсолютно верный ответ. Прекрасно. Ну что ж, Лада, ждем только вас, потому что ваши соперники уже играют вовсю. Прошу вас, выбирайте, Евгений. Еще раз мультипульти. Еще раз мультипульти, нота. И ноту первую попал. Нота номер один. 20 рублей. Правильный ответ. Слушаем музыку. Я да, был Лада? Когда-то странной игрушкой безымянной. Аплодисменты, аплодисменты, Ладе. Конечно, конечно, конечно. Именно эта мелодия прозвучала. Ваш выбор, Ладочка. Хиты 90. Хиты 90. Категория номер 4. Замечательная песня, популярная в наших 90-х годах. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? С первой начнем. Нота номер один. Послушаем. Да, Лада. Ах, маменька, тарирарам, пила. Конечно, совершенно верно, абсолютно верно. Ах, маменька, так называлась эта песня. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот что значит вовремя напомнить Ладе о том, что нужно играть. И вот ее уже не удержать. Ваш выбор. Мультипульт. Мультипульти, категория мультипульти, нота.
4. Нота номер 4. 40 рублей. Слушаем. Практически одновременно, но Евгений был первым, да. Что тебе снится? Крейсер «Аврора». Конечно. Отлично. Выбирайте дальше. Давайте с мультиками закончим. Давайте закончим с мультями-пультями. Ну, конечно, будем заканчивать. Слушаем музыку. Татьяна была первой. Бременские музыканты. Абсолютно верно, конечно. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу цвету. Прекрасно, Татьяна. Лада, а вам хороший урок. Не убирайте руки с красной кнопки, потому что вы к ней потянулись, а Танечка уже раз и нажала. Да, Татьяна? Что хиты 90-х, четвертые. Хиты 90-х, нота номер 4, 45 рублей. Слушаем. Да, Лада. Звон, звон, звон. Та-да-та-да. Хотел бы я знать, какой мелодии вы не знаете. Конечно, абсолютно верно. Звон, абсолютно верно. Ваш выбор. Хиты 90-х. Хиты 90-х, нота. Вторая. Нота номер 2, 15 рублей. Слушаем. Лада, Лада, вы первая. Что такое, вы испугались? Что-то хан. Тарарам-там-там. Бахана. Бродяга. Бродяга, конечно, Олега Газманова. Да-да-да-да, еще раз да. Уважаемые игроки, ах, как мне жалко, что вы не выбрали категорию песни Давида Тухманова, потому что там лежал приз. Ну, как вы понимаете, поскольку я обнародовал то место, где был приз, на этом первый тур заканчивается замечательно, просто потрясающий первый тур. То ли дело будет во втором, в котором я увижу с вами через несколько секунд. Прошу вас, зайдите на подиум, и через несколько мгновений наши игроки, конечно, вы все заметили Ладу с этим веером. Эту жеманность, эту томность, что за женщина, просто сказка. Дорогие друзья, наступает время второго тура. Не знаю, как вы, а я уже заждался на этих замечательных музыкальных веселых игроков. Не думайте, что я пристрастен, но ладно, будет во мне страшные, безумные, безудержные чувства. Итак, второй тур программы «Угадай мелодию». Встречайте наших игроков. Встречайте их аплодисментами, поддерживающими возгласами. Добро пожаловать. Прошу вас занимать ваши игровые места. Начинаем. Итак. Игрок у нас сегодня опытный, обстрелянный, ни одной ошибки, одни сплошные угадки, практически по первым аккордам. Я предвкушаю потрясающий второй тур, начало которого я незамедлительно и объявляю! Итак, это женщина, которую бы я назвал танцующей Шивой сегодняшней программы. Лада, вы лидер по итогам первого тура. Вам-то и выбирать, вам выбирать категорию. Прошу вас. Розовый фламинго. Розовый фламинго, категория номер 2. Песни о животных, жучках, паучках, рыбках, птичках, о всем том, что летает вокруг нас, плавает и даже трется о наши ноги, скажем так, мяукая. 50 рублей стартовая цена. Слушаем. Да, Лада. Люди, прошу вас, потише. Ну так потише. Абсолютно верно, конечно. Аист на крыше, мир на земле. Абсолютно верно. Да, Лада, прошу вас. Решайтесь. Выбирайте. Хиты 80-х. Хиты 80-х. Шлягеры 80-х. Тогда еще не было слова хиты, было слово шлягеры. Шлягер, да. 50 рублей стартовая цена. Сейчас она начнет расти. Посмотрим, насколько вы дадите вырасти. Слушаем. И Лада на сотую долю секунды опережает Татьяну. Да. Все пройдет. И печаль, и радость. Лишь любовь не проходит, нет. Нет, не проходит. В данном случае не проходит ваше везение, ваша удачливость и ваше знание, прекрасное знание музыки. Куда дальше? Вы можете остаться в категории шлягеров 80-х. Да, давайте, да. Останемся в шлягерах 80-х. Продолжаем слушать музыку. И у Тани готов ответ. Плот. Плот, конечно, Юрия Лозы, да. Опа. И вот Татьяна, Лада уже убегают от Евгения. Евгений вдогонку. Ходите на санках, ходите пешком, но догоняйте, мой вам совет. Итак, Таня, прошу вас. Розовый фламинго. Розовый фламинго, слушаем музыку. Да, Таня. Пропала собака. По кличке Щенок, конечно. Евгений, второй раз предупреждаю, догоняйте, потому что потом будет сложно. Танюша, прекрасная игра, прошу вас.
Дальше «Фламинго». «Розовое фламинго». Дальше. Слушаем. Да. А это «Соловей» что-то? «Соловьи, соловьи, не тревожьте, солдат!» Да, конечно! Вот что значит вовремя сделать наставление. И он сразу исправился. Ну что же, уважаемые милые девушки, попробуйте с ним побороться. Евгений, прошу вас. Вот мне интересно, что был праздничный заказ. Коньяк, икра, балык. Заказать. Выбирайте. Итак, праздничный заказ. Песни о праздниках. Серьезных или веселых, шутливых, несуществующих. О любых праздниках. Слушаем музыку. Евгений был первым. Ура. Это День Победы. Это День Победы, конечно! Абсолютно верно. Прекрасно. Прошу вас. В борьбе за это попробуем. А вы выберите, я вам расскажу. Попробуем. Давайте попробуем. В борьбе за это. Песня о гражданской войне и песни тех лет. 50 рублей стартовая цена. Слушаем. Да ладно. Сейчас я слово. Упали жертвы в борьбе. Вы жертвы упали в борьбе роковой. Да, да, да. Абсолютно верный ответ. А говорили, что вам не нравится эта категория. Прекрасные песни. Куда дальше? Тогда вот в борьбе вот за самое... В борьбе за это. Продолжаем. Слушаем. Да, Таня? Марсельеза. Марсельеза. А по-русски знаете какие там слова? Отвлечемся. Отвлечемся от старого мира. Да, да, да. Прекрасно. Вы знаете, обычно считается, что... Песни в таких категориях угадывают люди в возрасте, уже достаточно пожилые, но я вижу, что молодые игроки сегодня прекрасно знают эту музыку. Таня, прошу вас. Фламинго. Розовый фламинго, слушаем. Да, Евгений. А это что-то там кто-то поет, соловейк или что-то? Соловейко, конечно, соловейко. Пивоспой в саду, соловейк, абсолютно верно. Итак, категория розовый фламинго выбрана подчистую, там больше нет мелодий. Любые три оставшиеся. Это праздничный заказ. Праздничный заказ. Отлично. Слушаем. Первая была «Лада». Серебряные свадьбы. Конечно, конечно, серебряные свадьбы. Забудьте не золотые, не платиновые, а серебряные, как ваши белокурые волосы. По-моему, меня просто понесло в лирику. Я строился и продолжаю вести программу. Да, прошу. Праздничный заказ. Праздничный заказ. Слушаем. Да, Евгений? А это День Татьяны. День Святой Татьяны, конечно, День всех студентов. Татьянин день, так называется эта песня. Отлично. Кстати, мне, как выпускнику университета, естественно, очень приятно эта песня, потому что Святая Татьяна – покровительница Московского университета. Прошу вас. Давайте шлягеры послушаем. Давайте шлягеры 80-х. Слушаем. Первый был Евгений. Это «Мои года, мое богатство», конечно. Ну что ж, сумасшедший по ритму второй тур. Ни одной секунды отдыха для ведущих. Отлично. Итак, уважаемые игроки, на этом второй тур заканчивается. Вы знаете, по условиям второго тура, участник или участница. Таня. Все-таки они вырвались вперед. Танечка, я говорю вам спасибо огромное за вашу замечательную игру, за вашу улыбку. Именно вам аплодисменты публики. Таня, спасибо большое. Лада и Евгений, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум. И через несколько мгновений веселый, энергичный, молодость, она берет свое. Наши игроки в третьем туре нашей программы. Программа «Угадай мелодию». Скажите мне, дорогие Евклиды и Ловачевские, тройка – это рациональное или иррациональное число? Как повести себя в третьем туре? Торговаться до конца или отдать право угадывать сопернику? Что важнее, знание или интуиция? Посмотрим, поживем, услышим, а пока встречайте наших игроков. Они уже появляются в студии. Ну так аплодируйте им, не жалея ладоши. Добро пожаловать, прошу вас занимать ваши игровые места. Начинаем третий тур. Итак, добро пожаловать в третий тур, аукционный, очень важный, потому что вы прекрасно знаете, что после третьего тура определяется финалист, сиречь-победитель. Итак, лидером по итогам первых двух туров является Евгений, у него 640 рублей, а рубль сегодня равен швейцарскому франку. Отлично, Евгений, отлично! Евгений, значит, именно вам, и начинать торги. Песня об обширности водного пространства. Прошу вас, Евгений, вы начинаете. Ладно, ну, естественно, я попробую эту мелодию с Семин. Вот. Ну, естественно. А я с 6. Ну, я с 5.
Ну, мне просто ничего не остается, как выигрывать из четырех нот. Тогда, пожалуйста, угадывай. Угадывай. Итак, песня об обширности водного пространства. Лада, лада, лада. Четыре ноты. Всего четыре. Слушаем. Вот они и прозвучали. Таких разнообразных. Тум-тум-тум-тум. Лада, напрягите сейчас всю свою память. И обязательно всплывет. Ну, Лада, раз. Времени нет на раздумья. Два, три. Раскинулось море широко. Так называлась эта песня. Еще становится 1-0, 1-0 в пользу Евгения. Эх, была бы там пятая нотка, и, может быть, все было по-другому. Подсказка номер два. Песня о преследовании врагов народа. Прошу вас, Евгений, вы начинаете. Ну, ладно, я попробую с 7 минут. А я 6. С 5. А я 4. Угадывай. Угадывай. Так, ситуация повторяется. Посмотрим, каков же будет результат. Песня о преследовании врагов народа. 4 ноты. Слушаем. Лада, прошу вас. Раз. Ладочка, очень мало времени. Нет. Я не знаю. Усталость забыта. Помните песню? Погоня, погоня, погоня. В горячей крови сейчас становится 2-0, 2-0 в пользу Евгения. Лада, лада, лада. Может быть, имеет смысл подумать о смене тактики. Да, в любом случае, да. Решать вам. Евгений, прекрасная игра. Песня изнывающей, брошенной любовницы. Прошу вас. Может быть... Лада, смотри на меня. Может быть, я попробую с 6 начать? А может, ты будешь угадывать? Итак, наученная горьким опытом, говорит Лада. Итак, песня изнывающей брошенной любовницы. 6 нот. Слушаем. Они прозвучали, Евгений. Они прозвучали. Ровно 6 нот. Прошу вас. У вас тоже нет времени. Раз, два. Вот сейчас скажу 3. Я уже говорю 3. Позвони мне, позвони. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, позвони мне, позвони. Да. Я пойму, я не заплачу. Вспомнил все слова. И так сейчас становится 2-1. Лада, поздравляю вас. Ваша тактика начинает приносить первые, может быть, немного робкие, но всходы. Предрассветный романс о влюбленных. Лада, прошу вас, вы начинаете. Влюбленных. О влюбленных 7 нот. Я 6. О влюбленных. Я о них же с 5. Ладно, угадывай, Лада. Угадывай. Итак, именно Лада будет угадывать предрассветный романс о влюбленных с 5 нот. Слушаем. Тишина. Тишина, никакого смеха. Ладе сейчас, кстати, не до смеха, по-моему. Ладочка, прошу вас. Они прозвучали, у вас очень-очень мало времени. Лада, сейчас мне придется сказать 1, 2, я говорю 3. У вас нет никаких версий. О тебе и обо мне в предрассветной тишине шелестит зеленая трава. Еще становится 3-1-3-1 в пользу Евгения. Ну что же, Лада, наступает ужасный горький момент. Нам надо проститься. Я говорю вам спасибо огромное за то, что вы были, за то, что вы играли с нами, за то, что улыбались, дарили всем воздушные поцелуи, за ваш замечательный веер, за вашу грацию. Спасибо огромное, Лада. Евгений, увидимся в суперигре. Прошу вас, зайдите на подиум. Да, 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 сердце мое ведущего разбито. Ну и черт с ним, потому что впереди суперигра. А в суперигре Евгений. Ну а там-то все будет по полной программе. ОРТ, ВИД, Квинта представляют съемки программы «Музабосс». 20-21 апреля, концертный зал «Россия». Обоза Иван Демидов. «Дюна». Наталья Сенчукова, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, Лиза Мялик, Ирина Салтыкова, Светлана Лазарева, Леонид Агутин, Евгений Кемеровский, Наталья Штурм, Линда, Виктор Чайка, Вадим Байков, Владимир Цветаев, Татьяна Абрамова, Натали. Информационная поддержка «Русское радио». Помните, что он чемпион России по санному спорту. И действительно, стримглав через первый, второй, третий тур. Он на своих легких музыкальных станочках влетает в суперигру. И я уверен, что его ничто не остановит. Встречайте, встречайте нашего финалиста. Добро пожаловать, Евгений, прошу вас на центральное место финалиста программы. Ее победителя. Начинаем суперигру.
Евгений, поздравляю вас, вы в финале, вы победитель, уже победитель программы «Угадай мелодию». У вас 640 рублей, а рубль сегодня равен швейцарскому франку. Эти деньги ваши, никто их у вас не отнимет. Но хотелось бы, чтобы еще 500 рублей легли плавным осенним листком на ваш счет в нашей программе. Итак, мы еще раз аплодируем финалисту нашей сегодняшней программы Евгению Якухину. Евгений, вы готовы? Готовы? Да. Тогда поехали. Это мой костер в туалете. Мой костер, абсолютно верно, конечно! Тишина в студии, дальше. Гимн Советского Союза! Да! Дальше. Нам песня «Строить и жить помогает». Легко на сердце. И он успевает поправиться. Легко на сердце от песни веселой. Да. Евгений, аккуратней. Да. Дальше. Это трава пропахла порохом. Совершенно зеленый. Верно. За того да. парня я сегодня за Тарифтану. Угадано. Дальше. Музыка нас с тобой связала. Конечно. Дальше. Погода совсем никуда. Погода плохая, погода из кинофильма «Мэри Поппинс». До свидания. Итак, 17 секунд. У вас впереди всего одна мелодия. Прекрасное время. Дальше. Пригласите даму танцевать. И он выигрывает супер игру! Евгений Якухин не смолкает аплодисменты. Наоборот, они превращаются в рёв. Женя, позвольте лично вас поздравить. Это было что-то с чем-то. Отличная игра, отличное время. Евгений Якухин, вот такие у нас студенты. Вот такие у нас спортсмены, санники. Отличный меломан. Евгений, прошу вас, зайдите на подиум. Вы покидаете нашу программу абсолютным победителем. Ну что ж, быстро коньковым бобслеистом я возвращаюсь на свое ведущее место. Наступает время прощаться. Отличная игра, отличные игроки. Прекрасный, логичный финал. Ну что ж, дорогие друзья, я говорю вам до встречи. И буду ждать этой встречи. Надеюсь, она будет очень скоро. Пока!